Эх, я девчонка молодая, что мне делать, как мне быть? А тобой я и страдаю, что не знаю, как любить. А тобой я и страдаю, что не знаю, как любить. Любишь, избалуешь, мало любишь, отпугнешь, беспокойный, о, как ревнуешь, а спокойный не хорош. Если Бога разорвется, Пушкин. Вот мировой парень был. Да. Да, Пушкин. Сколько с тех царских пор навигаций прошло, а фамилия все гудит. А вот теперь, к примеру, скажем, я. Кандидов и все. А что такое Кандидов? Чего такое Кандидов? И зачем ему вообще фамилия дана? Неизвестно. Кандидов! Черта. До того берега еле дойдет. А тебе, Тошка, небось, охота, чтобы твоя фамилия на весь край брякнула, а? Охота. Эх, друг, плыви на низ. Пускай знают, что есть на свете такой Кандидов Антон.
ребята? Видали хватку, а? Нам бы его. Команду! Ворота! Какой! Интересный-то какой! Ой, девочки! Штаны-то какие дули! Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. Здравствуйте. Хлебца свежего не хотите? Спасибо. Дяденька. Что, тетенька? А на этом можно и по морю. Можно и по морю. А, и по океану? И по океану. О. А вы кто будете? Водолив? Нет, не водолив. А, вы завхоз. И даже не завхоз. А, знаю. Вы повар. Почему повар? Я инженер. И вы у них самый главный? Не самый, но главный. Возьмите меня с собой, а? Мне учиться охота. Я на все пароходы просилась, и меня не берут. Самым главным не приходилось разговаривать. С удовольствием, но мест, знаете ли, нет. А это что это у вас? Да это барометр? Так. В календаре прочитала. Ну и что ж, действует? Действует. Только когда как. Когда дождик, так правильно показывает. А когда солнце, то все равно дождик показывает. О, простите, нам ехать пора. А ты сам-то кто? У девчат в артели, тамада. Антон Кандидов. На футбол-то ты стучишь? Нет, не приходилось. Дура, да из тебя мировой вратарь вышел бы. Мировой? Слушай, мы бы тебя на заводе в мою бригаду устроили. Команда у нас классная. К весне бы за сборную стоял. Едем. Ну как, поедемте, а? Новое явление мирового футбола. В лаптях. Тоша! Тош, не уезжай! Не уезжай, слушайте, пошли! Давай, давай! Я тебе на всякий случай адресочек оставлю. Вам кого, а? Дядя, возьмите вы меня с собой, а? У вас место есть. А я вам картошку буду варить в мундире и по-особенному полы буду мыть, а, дяденьки? Антон, товарищ Кандидов! А мы вас тогда приглашаем с собой в Москву. Ваши вещички. Сундучок. Товарищ Кандидов, приезжайте! Обязательно приезжайте в Москву! Запускай мотор! Груш! Ты куда? Я в центр учиться! Ой, Вась!
вот, ребятки, чего строить придется. Ну как? Кто это так, а? Что это, а? Только держите себя в руках. Сейчас я вас познакомлю. А, это твой механический человек. Он уже говорить научился. Рыцарь и командор, гроссмейстер Боргелан, система инженера Карасика. Механический мужчина и электрический камердинер. Тут вам и радио, и фотоэлементы, и при всем при том, средневековый феодализм. Внимание! Сторожит! Отвечает по телефону. Никого нет дома. Ну и домовой. Ты гляди, кнопкой не ошибись. А то как разозлиться, как хватит. А у меня штаны новые, совершенно прелестные. Здорово. Вот если бы он за тебя еще рабочие чертежи вовремя сдавал. Чертежи Настя завтра сдает. А это для души. Каждому свое. Ведь вы меня в футбол играть не берете. Ох, и сыграл бы я вам, ребятки. Ты мне про футбол не вспоминай. Вратаря-то у нас настоящего нет. Проиграем первенство. Посвистим игрушку. Стой! Кто идет? Ребята, это же Антон! Антон! Ну, молодец, что приехал. Здравствуйте, здравствуйте, ребята. Ова. Вот. О. А со мной-то, значит, петрушка получилась. Вот привел. Заблудился с продуктами. Это ваш-то будет? Наш, наш. Так, так. А мне ваша командочка знакомая. Я вас сразу знал. Вы справа стоите? Так точно. А вы в центру играете? Да-да. А вы? А я к этому делу вполне привержен. Сам болею. Футбол явление отважное. Честь имею. Кто идет? Это я. Ребята. Настя. Да куда? Да что? Ребят. Давай. Ребят, куда вы? Тихо, тихо, тихо. Опять не брит? А ты все лопаешь. А где он? А, тот он. Вот, Петрушка, все подарки разбегаются. Здравствуйте. Здравствуйте. Приехал? Вижу. Аграфена. Вот Петрушка. И ты тут. Ты ага. Смотри, смотри. Я у них в лаборатории работаю. Анатолий Осипович меня на рабфак готовит. Сегодня географию будут спрашивать. А ботинки жмут, жмут. А я у них в воротах буду стоять. Я одного мяча не пропущу. Давай. Принимай. Пас. Дай-ка, Сёпа, держи. Хорошо. О, молодец, Антон, молодец. Дай-ка ему уголок. Хорошо. Здорово. Принимай. О, молодец. Тише, тише, лоб расшибёшь.
что, невкусно? Это тебе не арбуз. А ну давай еще. Задатки есть. Ничего. Но где же школа? Школу не чувствую. Хорошие руки у тебя, может, и получится. Послушай, кандид! Антонов! Пойдем с нами тут поблизости. Так работать же надо! Ну? Пойдемте, девушки. Чайку, лимонадцу. Внимание! Только что закончился матч «Гидроэр» и «Торпеда». Выиграла опять команда «Гидроэр». Антон Кандидов не пропустил ни одного мяча. Безусловно, он лучший вратарь Москвы. Да что вы, ребят, что? Вот, Петрушка, какая получается. И моя фамилия в ход пошла. Пошли. Хорошо? Нет. Нет? Ну, мне с вами тоже плохо. Хорошо, хорошо. Ох, интересно, пишут тут. Ломоносов. Вот парень был. Ай-яй-яй-яй-яй. За тысячи верст пехом в науку пошел, а? Ведь когда это было? Давно вас хотел спросить об одном. Да вы обидитесь. Нет. Нет, вы обидитесь. Да нет же. Ну ладно, я уж потом. На дубу 3 ветки, на каждой ветке по 3 яблока. Сколько всего? 9. Ну да, 9. Да разве на дубу яблоки растут? Ай-яй-яй. Смешной вы. Хороший вы. Хороший? Да. Я? Ага.
Ну, на чем мы остановились? Анатолий Осипович. Я вас давно хотела спросить. А разве в учебнике этого нет? В арифметике про это нет. Слушаю. Что? Настя? Здравствуй, Настенька. Что? Ну, а сейчас приду к вам. Да-да. Ты извини, меня в лабораторию вызывают. А ты подожди тут, если хочешь. Вот, и остались мы с тобой одни. Разве ему интересно со мной? Ну, я красивая, зато не ученая. Вчера умножение с делением спутала. Кому я нужна такая? Никого нет дома. Сама знаю, дурак. Почему вы сегодня такой грустный-грустный? Совсем я не грустный-грустный. А вот я его сейчас развеселю. Внимание! Делаю раз, два, три! Совсем как я. Факт я. Вот сюрприз наш будет. Анатолий Осипович, канал протекает, и в «Динамо» грязь. Виноват Антон. Антон? Стал знаменитостью, за работой совсем не следит. О! Вот, глядите! Вон куда глядеть надо! Вытирать надо как следует. Вытирать надо, как следует. А вот мой портрет, во. Есть люди, которые в своем коллективе не умеют... Ну ладно, ладно, без митинга обойдемся. За такую, знаешь, работу два счета можно выкатиться арбузом. Ах так, арбузами попрекайте, да. К лешему вас. Не навязываюсь. Играйте сами. На поле встретимся. Что-то мы с ним, ребятки, неладно. Кажется, ерунду напороли. Это я оставляю нашим, то есть вашим. Ну, ты так ничего и не скажешь? Хорошего ничего не скажешь. Ну, прощай. Заходи. Уходя, гасите свет. Свет, 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 свет. Сердце терпит невзначай. Милый скажет до свидания. Сердце скажет и прощай.
наперед не угадаешь, где судьбу свою найдешь. Коль полюбишь, пострадаешь. Эту песню запоешь. Если Волга разольется, трудно Волгу переплыть. Если милый не смеется, трудно милого любить. Без луны на небе мутно, а при ней мороз сильнее. Без любви на свете трудно, а любить еще трудней. Ладно, Настя. Значит, ты все-таки любишь его. Хорошо. Я знаю, как вернуть его. Пожалуйста, я верну тебе твоего арбузника. Ай! Фома, ну погоди. Ну набили мы Антону 5. А дальше? А дальше, вот видите ли, дядя, мы и без вас, игроки, что надо. Ну а дальше? А дальше? А не хочется ли вам, Тоша, обратно со старыми друзьями на чашку чая? А? Я им скажу так. Нет. Я им скажу так. Товарищи, чтобы вернуть Антона, надо победить его. Ну, как? Здорово, вот. 2-0 Кандидову! 3-0 Кандидову! 4-0 Кандидову! 5-0 Кандидову! Товарищ, есть план! План и у нас есть! Кандидову гол забьем! Анатолий Осипович! Есть план, братцы! Мальчики, мы вернем его, обязательно вернем! Товарищи, тренируйте меня! Я чувствую, что я забью ему гол, товарищи! Тренируйте меня сейчас же! Грубо! Грубо, товарищи! Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. Расцениваю ваше ржание как хамское. И на зло вам буду играть. Yeah!
кандидат. Он теперь за торпеды играет. Сманили. Да не сманили, а сам. Да говорю, сманили. Алло, алло. Внимание, внимание. До начала матча на Кубок Межсоюзной Спартакиады между командами Гидраэр Торпеда осталось 15 минут. 15 минут до начала матча. Сегодня Антон Кандидов, известный москвичам как непобедимый, как сухой вратарь Москвы, не пропустивший в свои ворота до сих пор ни одного мяча, сегодня он впервые защищает ворота Торпеда от своей бывшей команды Гидраэр. Ну вот ты и в нашей команде. Что происходит, Карасик? Где наши? Сам не понимаю. Они вчера ушли на глиссере, но еще ночью должны были вернуться. Кто им позволил? У них же мало горючего. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас команды выйдут на поле. Центр нападения Гидраэр играет, как всегда, всем известный капитан товарищ Бухвостов. Настя, милая, что ж будет-то? Нет наших. Пропали мы, Настенька. Настя, мне нужно сказать тебе два слова. Нам с тобой не о чем говорить. Внимание! До начала матча осталось 5 минут. 5 минут до начала матча. Через 5 минут команды ринутся в бой. Все погибло, Настенька. Все готово к началу. Команды сейчас, по-видимому, обсуждают тактику предстоящей игры. Они обмениваются, очевидно, последними указаниями. Подножка, раз. Подсечка, два. О. В крайнем случае возьмем коробочку. Вместе с... Он не согласится. Но я к нему игрока с разбегу притисну. Этот-то и знать ничего не будет. Становись! Вот появляется рефери. Судья матча, управитель игры, так сказать, блюститель закона и порядка. Марш! Настя, я пойду. Я должен. Это же честь нашей команды. Я оттяну время. Может быть, они все-таки как-нибудь успеют. На поле бодро выходит команда Торпедо со своим капитаном Цветочкиным и новым вратарем Антоном Кандидовым. Появляется команда Гидраэр. Стойте, стойте, гражданин! Я же вратарь, со мной команда идет! Впереди бодро выступает молодой спортсмен, инженер Карасик. За ним... Эй, Карась! Чемпион жареный! Где твоя команда? Команду! Команду давай! Ты что, выиграть хочешь? Да! Я лично ничего смешного на горизонте не наблюдаю. Что это значит? В чем дело? Что за шутки? Где вся команда? Вы не волнуйтесь, я ихний новый вратарь, а команда сейчас будет. Я засчитываю вашей команде поражение. Давай!
Ты зачем здесь? Здравствуйте, я ваша тетя. Ты что, играть думаешь? С неба свалился. Это вы с неба свалились, а я вышел вовремя, откуда полагается, и всю команду спас. Одним словом, поздно, я уже судья заявлен как вратарь. Вратарь? Ты же мазло. Что значит мазло? Ты дыра. Что значит дыра? Вы еще под стол пешком ходили, я уже за сборную пищевиков играл. За сборную? Да, в третьей команде запасным стоял. Внимание, включаю специальную трансляцию матча. В ворота становится молодой спортсмен Карасик. Стадион замер, все в ожидании начала игры. На демонстрационных досках пока пусто. В воротах спокойно стоит Кандидов. Игра началась. Атакует Гидраэр. Передача на левый край. Левый край идет с мячом, передает центр Бухвостову, тот стремительно идет на ворота. Но в последнюю секунду перед ударом Кандидов блестящим броском забирает у него мяч и посылает его в центр. Опять атака на ворота Торпедо. И опять Кандидов в последнюю секунду снимает мяч с ноги Бухвостова. Мяч в центре. Ответная атака Торпедо. Торпедо перешло на половину поля противника. Цветочкин ведет мяч. Цветочкин идет вперед. Удар. Но мяч перехватывает защитник Гидраэра и передает его на правый край. Игра главным образом идет в центре. Обе команды, к сожалению, мало используют края. Ряд передач головами в центре. И опять атака Гидраэра. Мяч переходит на его половину. Последнюю минуту защитник играет на Карасика. Карасик отбивает мяч в центр. Вот стоит наша тренировка. Мяч в центре. Торпедо рвется вперед. Атака на ворота Гидраэра. Удар. Но мяч перехватывает Карасик и из гущи игроков отбивает его в центр. Гидраэр идет к воротам Торпедо. Удар. Блестящим броском. Один за другим Кандидов отбивает три мяча, точно направленные в углы. Да, пробить этого вратаря очень трудно. Ну, игра принимает, я бы сказал, резкий характер. Но оба вратаря спокойны. Как я уже сказал, игра главным образом сосредоточена в центре поля. Трудно в этих условиях пробиться к воротам. Кандидов спокойно стоит, наблюдая за игрой. То же самое вратарь Гидраэра. Карасик не чувствует напряженности момента и мало обращает внимания на игру. Это может ему дорого обойтись при его недостаточной опытности. Центр нападения Цветочкин это заметил. Удар под... В положении Карасик ухитрился защитить свои ворота. Ну что ж, ворота спасены. И уже удар под штангу Торпедо. И опять мяч в руках Кандидова. Опять атака на ворота Торпедо. Грубость. Штрафной удар. Гидраэр бьет штрафной удар. Мяч прекрасно забирает Кандидов. Переброшен в ворота Гидраэра. И уже штрафной удар на ворота Гидраэра. Цветочкин бьет штрафной удар. Гидраэр образует стенку, закрывая ворота от удара. Удар сделан. Мяч отскакивает от стенки и отбит в поле. Мяч перешел на половину поля Гидраэра. Цветочкин прорвался и стремительно идет к воротам. Это уже опасно. Он приближается к воротам, преследуемый своими чужими игроками. Но его догнать не могут, он ушел далеко. Идет по воротам. Ай-яй-яй-яй-яй. Карасик падает в один угол, а мяч тихо проходит в другой. Гол. Карасик должен был взять этот мяч. Он поторопился упасть. 1-0 в пользу Торпедо. И снова мяч в игре. Гидраэр бросается в атаку. Опять идет на ворота Торпедо, защищаемый Кандидовым. Да, очевидно, Гидраэру не удастся сквитать счет. Так как в воротах стоит их бывший вратарь, непобедимый и непроходимый Кандидов. Удар! Мяч попадает в штангу. Что такое? Штанга ломается. Вот это удар. Первый тайм окончен со счетом 1-0 в пользу Торпедо. Игроки уходят с поля. Мы с вами, друзья мои, тоже отдохнем минут 10-15. Перерыв. Сколько? 1-0. Кому? Нам. Эх ты! Дыра-то дыра. Какой мяч пропустил, мазила. Снимай перчатки.
Встанешь в полузащиту. Ну? Мазло. Я не могу, Настя. Я действительно не умею играть. Я дыра, Настя. Да, ты дыра. Я мазло. Да, ты мазло. Ну, я и не буду играть. Нет, будешь. Нет, не буду. Нет, ты будешь. Не буду. Ты молодчина. Я тебя обожаю, Карасик. Ты будешь. Ты будешь играть для меня. Для тебя буду. Разве это игра? Это же мертвый час. Где у вас тем? Где напор? Разве вы футболисты? Вы кислая капуста, вы лапша, вы простокваша. Вам плевать на честь коллектива. Стыдно, позор. Все на вас смотрят, а вы, мальчики, милые, я вас всех очень люблю. Но только забейте ему, ну что вам стоит? Мальчики. Эй, вратарь. Готовься к бою. Часовым ты поставлен у ворот. Ты представь, что за тобою полоса пограничная идет. Чтобы тело и душа были молоды, были молоды, были молоды. Ты не бойся ни жары и ни холода. Закаляйся, как сталь. Свисток, игра началась. Торпеда идет вперед. Центр-форвард Цветочкин проходит к воротам, но его блокируют, и мяч уходит к вратарю. Он отбивает тот центр, где центральная тройка Гидроэра продвигается вперед. Подача верховая на край. Опять мяч у центровой тройки Гидроэра. Бухвостов обводит несколько человек и продвигается вперед. В непосредственной близости от ворот происходит схватка. Удар через голову с падением, но Кандидов берет мяч и отбивает его в поле. Опять на его ворота идет атака. Передача налево, и мяч уходит в боковой черте, где Карасик, разряжая обстановку, выводит его из игры. Торпеда выбрасывает мяч из-за черты. Все закрыты, полузащитник не знает, куда бросить. И выбрасывает мяч в руки Кандидова. Кандидов выбивает мяч в поле на правого полузащитника. Тот идет с мячом, подает его центру полузащиты, это центровую тройку. Торпеда идет в атаку левым краем. Левый край идет вперед, выдает левому полусреднему. Тот идет на ворота, но он закрыт, и мяч перехватил вратарь. Игра быстро перебрасывается с одной стороны на другую. Обе команды стремятся добиться полного успеха. Прекрасный бросок Кандидова. Мяч на земле, в его руках. У него мяч выбивает, он опять берет его. Схватка кончается в его пользу, и мяч отбивается в поле. Опять схватка у ворот Торпеды.
Мяч в ногах у Карасика. Он пытается забросить его в ворота, но Кандидов вырывает мяч и отбрасывает его в поле. А там опять полузащита Гидроэра перехватывает его. Удар по воротам, защитник отбивает мяч за свою лицевую черту. Угловой удар в ворот Торпедо. Удар сделан. Двухвостов головой бьет по воротам. Кандидов выходит из ворот и выбрасывает мяч в ноги своему партнеру. Цветочкин идет с мячом, преследуемый Карасиком. Он ведет мяч, пытается обвести, остановив его. Карасик выбивает мяч из-под ног Цветочкина и отдает его своему партнеру. Опять Гидроэр перешел на половину Торпедо. Карасик идет с мячом, передает его крайнему полузащитнику. Тот играет головой. Передает его партнеру. Несколько красивых передач, и в результате мяч оказывается между тремя гидроэровцами против одного торпедовца. Ряд прекрасных передач в треугольнике. Он ничего не может сделать, и следует сильный удар по воротам Кандидова. Нельзя. Очевидно, не удастся сегодня этой гидроэру пробить ворота торпеды, где стоит их бывший вратарь, могучий Антон Кандидов. Карасик прорвался. Он идет на ворота торпеда. Почти никого впереди нет. Кандидов с напряжением ждет удара по воротам. Карасик продолжает идти вперед. Проходит последнего защитника, ему навстречу выходит Кандидов. Столкновение между Кандидовым, Карасиком и Цветочкиным. Тот стоит. Карасик лежит без движения. Появились носилки, очевидно, что-то серьезное. Что за петрушка такая? Как это случилось? Убил скотина. Я? Карасика? Да ты с ума сошел! Чтобы я, Карасика! Да, так и есть. Карасика уносит с поля. Одиннадцатиметровый удар по воротам торпеда. Игроки становятся на свои места. Судья отсчитывает положенные 11 метров. Тяжелое испытание для вратаря. Помер, а? Спокойно, спокойно. Миленький мой, бедненький мой. Зверский приемчик. Как еще ребра остались целы? Настя, это ты на меня плакала? Нет, Карасик. Это, верно, дождик был. Дождик? Так ведь он же нам испортит всю игру. А? Нет, это не был дождик. Значит, это ты? Ага. Настенька, дождик, пустяки, дождик! Москва впервые видит мяч, забитый в ворота, защищаемый Кандидовым. До сих пор он считался сухим вратарем. Счет игры 1-1. Мяч подается на центр. Торпеда начнет с центра. Опять атака на ворота Кандидова. Удар под штангу, он ловит, на него идет нападение, игра остановлена. Уйдите с поля. Что? Уйдите с поля. Подыгрываешь? Немедленно уйдите с поля. Судья удаляет Кандидова с поля за грубость.
И констатируя, что созданный ими сверхмощный быстроходный глиссер показал на испытаниях блестящие результаты, переходящее знамя водников вручить первой экспериментальной конструкторской бригаде завода «Гидроэр» и выразить благодарность бригадиру, товарищу Бухвостову и конструкторам Анастасии Вальяжной и инженеру Карасику. И присуждается переходящий межсоюзный кубок футбольной команде завода «Гидроэр». Тоша, вот Тоша, это у нас на банкете угощали. Тоша, а Тоша? Ну чего? Да ты не серчай, портрет-то твой у Насти. Чего? У Насти на стенке висит. Да ты врешь. Ей-богу. Нет, честное слово. Ну провалиться мне на этом месте, честное слово. Груша. Ой, Груша. Врешь, врешь! Вот дурной! Ведь Настя в себя во! Ну, да. И ребята все тоже! Ведь когда ты тогда ушел, как? Чего было? Все арбузы поели, Настя заплакала, ребята забегали. Настя плачет, ребята бегают. Ребята бегают, Настя плачет. Ну, ой, что было? Антон как прыгнет, как заскакал. Я, говорит, сейчас приду. Я, говорит, уже иду. Я, говорит, если Настя, если, говорит, мой портрет, если заплакала, я, говорит, их тоже люблю. Ой. Ну вот, а Карасик уже лопает. Ведь условились, что до прихода Антона не хватать со стола. Брось сейчас же. Что? Арбузом? Эй, вы там! Антон! Антон! Товарищ, я, наверное, в него коркой попал. Антон! Настенька, может тебе чайку попить? Помогает. А, Настенька? Вы футболисты затравили парня. Мальчики, ну что же делать, а? Ну что же делать, мальчики? Это я виноват. Ну, я верну его. Я заставлю его прийти. Ай-яй-яй-яй-яй.
Настенька, Настенька, я не могу так один. Без тебя, без наших. Настенька, Настенька. Пошли. Родной. Чего этот идол тут дожидается? Где Карасик? Тоша, прогони его. Ну, давай, давай. Ну, давай, давай. Ну, иди ты к дьяволу. Ну, как бы мне тебе объяснить, чтобы ты ушел? Опять мы с тобой вместе. Дурак ты мой железный. Ой. Ой. Карасик! Я больше не карасик. Я уходя, гасите свет. Ну да, конечно, тебе смешно. Анатолий Осипович! Ну что? Да так, ничего. Эх, Настя, какая? Настя? При чем тут Настя? Какая Настя? Это даже смешно. Груша. Чего? Вы могли бы мне серьезно сказать, ну, допустим, милый Толя. Миленький Толечка. И вам при этом не очень смешно? Ну, какой же тут может быть смех? Груша! Ой! Груша, снимите с меня эти консервы, я хочу вас расцеловать. Толечка! Внимание, внимание! Начинается второй тайм международного матча сборная СССР и черные буйволы. Первый тайм прошел очень напряженно и кончился со счетом 0-0. Attention, tout de suite va commencer le second time de la rencontre internationale entre USSR et les Taureaux Noirs. Résultat du premier time 0-0. Hello, hello. Now we begin the second half time. Of the international match between oxen. The results of the first half time, 0-0. Молодой вратарь республики Антон Кандидов, впервые выступающий в международном матче, блестяще защищает ворота СССР. Le goalkeeper de l'équipe russe, Antoine Kandidov. The goalkeeper of the USSR time is Anthony Kandidov. Thank you.
трагическая случайность. За две минуты до конца игры один из защитников сборной нечаянно касается мяча рукой. Назначается 11-метровый штрафной удар на ворота сборной. Événement tragique. Le coup de main de la défense de l'URSS coûte à l'équipe 11 mètres d'amende. Правый край где был? А блокировка? А левый край? А блокировка? А центр? Блокировка. Блокировка. А ворота? А Антон, собака? Вот. Граждане, граждане, больше ничего не будет. Это конец. Ну-ка, солнце!